Первая татарстанская медаль на Паралимпийских играх в Южной Корее. Марта Зайнуллина завоевала серебро в биатлоне. Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль вторая. В Сочи она стала бронзовым призером в лыжном спринте. Экономить по-крупному предлагают российские разработчики технологий в сфере энергосбережения. Сегодня в Казани они представили свои идеи Рустаму Миниханову на специализированной выставке. Здесь умные лампочки, счетчики, домофоны и глобальные проекты модернизации предприятий. Камеры видеонаблюдения 18 марта будут работать на 1005 избирательных участках республики. О готовности Татарстана к выборам президента России сегодня рассказали в Доме правительства. 42 участка будут оснащены автоматическими комплексами обработки бюллетеней. На всех участках будут подготовлены трафареты для избирателей с нарушением зрения.